В Нур-Султан сегодня с рабочим визитом прибыл президент Армении Армен Саркисян. С главой республики встретился первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Хорошие и добрые отношения между странами складываются еще с момента обретения независимости, отметил Ельбасы. Он лично, будучи главой республики, выстраивал плодотворные взаимоотношения со всеми президентами Армении. Сегодня страны достигли высокого уровня сотрудничества и споров между государствами нет, подчеркнул Назарбаев. И выразил уверенность, что достигнутое соглашение между лидерами Армении, Азербайджана и России в ноябре прошлого года позволит разрешить все спорные вопросы между Ереваном и Баку. Я бывал с визитом в Ереване. Они приезжали в Казахстан. И у нас с Арменией никаких нерешенных вопросов нет. Но сейчас у вас сложная обстановка, знаю. Участвовал с самых первых дней 91-го года. Вместе с этим постарались мы мирно этот вопрос решить. Наши отношения очень добрые, близкие, родственные. Это не просто слова, потому что многие-многие годы здесь, в Казахстане, живут армяне, армянская община. Наша дружба, она очень важна для Республики Армения тоже, для всей армянской нации.